Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Намбат, и мы с вами продолжаем прохождение Сабнатики с русской озвучкой. Смотрите, что я тут себе замутил на фоторамочке, только что-то... А, вот, нормально, качество, прикольно, да? А еще я тут карты себе накачал, вот, можно смотреть. Короче, такой лайфхак: находите папку с сохранениями скриншотов у вас на компьютере, но это зависит от версии игры. У Steam версии папка находится в одном месте, у Epic Store папка в другом. Ну, это можно прогуглить в интернете, где находится папка именно от вашей версии с сохранениями. И можете накачать карты и вот сюда их ставить и смотреть. Также эту фоторамку можно впоследствии брать на подлодку Циклоп и там открывать, переключаться между картами и смотреть, что вам нужно. Вот эти вот карты, кстати, две последних мне подогнал мой подписчик Игорь Крюков, за что ему отдельное спасибо. Ну а мы с вами сейчас направимся на этом, на мотыльке же, у нас есть же мотылек, зачем пешком. Мы с вами отправляемся, говорят, возле капсулы 19, я там не нашел аэрогель, и возле капсулы 13 там было огромное грибное дерево, а на нем обломок. Так, ну вот мы смотрим, капсула 19 у нас в той стороне, капсула 13 у нас в той стороне. Так, куда же нам сгонять-то побыстрее? Наверное, вот сюда все-таки. О, кстати, у меня же есть ножик. Давай затестим. Что, я взял ее, нет? Не, она не поднялась. А, вон она. Опа, ну-ка. О, зажарил. Ой, я ее выкинул, да? На ПКМ выкидывается? Я уже забыл. Точно, точно. О, нормально. Воды что-то я с собой не взял, ну пофигу. Будем кушать рыбку. Значит, капсула 13, да? Там есть огромное грибное дерево, и на нем лежит обломок. Говорят, возле капсулы 13. Ну, сейчас мы будем это и смотреть. Вот капсула. Огромная, вот это, наверное. Более огромного дерева я тут не вижу. А там вон, вот этот вот плавает. Не знаю, как его там правильно называть. Мы попробуем сейчас забраться на... там и внутрь... Это кто такой был? Эй, стоять! Тут был какой-то непонятный... Короче, ладно, рыбка какая-то непонятная. Ой, ёп! Нифига себе. Так, вот тут что-то интересненькое может быть. Лети. Ну, лети не такой материал прям сложно находимый. А вот это что? А это просто лети. Так, аккуратно. Где-то тут обломок, говорят. Ну, не прям, наверное, на дереве. Может быть, внутри? Угу. А, вон там что-то. Ну-ка, сейчас. Я лучше в мотыльке буду держаться. Меня так хоть сразу не сожрут. Я ни аптечек, ни воды, ничего опять с собой не взял. Ну, как обычно. Подготовился, значит, к экспедиции. Так. Обломков пока не вижу на огромном грибном дереве. Угу. Ну, вроде это оно. Там вон опять литий вижу. Литий. Давай сразу скидывать. Так, сюда. Все, что я уже тут налутал. Сейчас мы поскидываем. О, все. Багажник заполнил. Так, смотрим. Ну, вроде я тут не вижу. Значит, вот внизу я там видел дерево-то, да? Как мне... Вот так. Идь, спокойно. Внизу этого дерева там было типа пещеры, что та капсула здесь. Значит, где-то да, вот с этой стороны. Ух ты, какой... Гриб, не гриб. А это что? Трава, мурава всякая. Блин, а где пещера? Вот это что ли? Ну, походу, да, где рыбки. Ну, давай. Так, соль. Фонарик. Здесь тоже вроде нет обломков-то. Пока не вижу, во всяком случае. О, алмаз, да, нашел? Это хорошо. Еще магнетит нужен. Магнетит мне очень нужен. Так, а мне тут... я же задохнусь, да, походу? Ух ты ж, алмазы. Алмазы, литий. Хорошая пещерка, только вот где обломок-то, про который мне говорят? Вы находитесь внутри давно затвердевшей корневой системы. Различные формы жизни столетиями поедали корни, формируя эти природные пещеры. Да, только я заблудился уже здесь. Хорошо, у меня баллон высокой емкости, но... Потом-то мне как-то надо выбраться будет отсюда, ну вот туда, через низ.
Получается, вверх тут нельзя. А, или можно? Наверх-то выше подняться можно? Скопление Грю. Опасная пещера, тут можно заблудиться. Так, тут я все облазил, походу, уже. Я уже в ней заблудился. Ну, в смысле, где я бывал, где не бывал. А, во, наверх есть. Это кто? Это рыбка. Иди сюда. Так, будешь моей едой. Сейчас я стану чьей-нибудь едой, наверное. Так, все наверх, все наверх. Блин, потом до мотылька добираться. Так, так. Интересно-то, интересно. Где же тут обломок-то может быть? Так, такое яйцо еще не брал сегодня. Угу. Ё-моё. Тут, походу, больше-то никуда и не подняться. Там мне надо вниз сейчас. Срочно вниз, чтобы выбраться отсюда и не захлебнуться. Так, в смысле, не задохнуться. Да, тут такие пещеры. Сейчас мне по-любому скажут потом, что я где-то тут что-то пропустил. Где-то что-то не взял. А, во. Йоу. Йоу! Куда дальше-то? Я все, я сейчас захлебнусь просто. Задохнусь. Задохнусь. Я тут задохнусь, если не выберусь наверх. Короче, блин, где я? Мне надо срочно брать глайдер и искать выход вниз. Ё-моё. Зачем я сюда полез? О, да ладно. Где? Где мотылек? Вон он, 100 метров. Офигеть, я вылез. Блин, еще стемнело. И я не запомню то место, где я вылез, значит. Ты кто такой? Я тебя не сканировал? Серьезно? Медуза скат. Ага. Ну ладно, вернемся к мотыльку. Подышим. Так, вот мы и в мотыльке. Сейчас заполнимся кислородом. Блин, вот оно, это дерево огромное. Ну тут больше-то нет деревьев. Это самое большое. Где тут обломок? На нем. Может быть, надо внимательнее осмотреть. Может быть, все-таки где-то... Ай. Может быть, где-то все-таки есть этот обломок. Правда, сейчас темно, и я уже ничего не увижу. Так, вылез я где-то с той стороны из этого дерева. И я почти самый верх, получается, забрался изнутри. Так, тут все литий. Ладно, давай так поплаваем. В принципе, воздуха хватает. О, это плохо. Важные, да, показатели стабилизированы. Надо рыбу искать, короче. Будем хотя бы рыбой чуть-чуть воду пополнять. Да я понял, что обезвоживание. А что я так сильно пить-то захотел вдруг? Я же до этого так сильно не хотел пить. А, вот я здесь вылез. Ну вот, получается почти самый верх. Ну все, значит, это был самый верх. Угу. Мне бы рыбку. О, я вижу лопаточника. Так, хорошо. Дай мне хотя бы три. Важные показатели три воды. Стабилизированы. Угу. Давай на мотылек. Я не знаю, тут надо рыбу искать, конечно. Чтобы хоть как-то от обезвоживания справиться. Ты кто? Эй, сюда иди. Пискун. Блин, темно его. Хрен поймаешь сейчас. Короче, не поймал. О! Ладно, у меня обезвоживание надо как-то вылечить. Как-то справиться с ним. Да я в курсе. Воды где можно взять? Тут рыбы-то что-то нифига не видно. Даже если внимательней посмотреть. Рыбка. Во, лопаточник. Ты меня спасешь на какое-то время. Важные показатели стабилизированы. Да это ненадолго. О. Да нет же, гриб-то не надо было бить. Ну вот, и он ушел в темноте. Его хрен поймаешь, этого лопаточника. А где мотылек? Мотылек! Офигенно, я где-то возле него, наверное, поэтому я его и не вижу. А, вон он с той стороны. Ладно, поехали к нему. А, он здесь сверху. Обезвоживание. Да я в курсе, а вон он стоит. Сейчас я на мотылька сяду и куда-нибудь пониже. Пониже спустимся, где рыба есть. Где капсула 13-то у нас? Где-то вот здесь, подо мной. Да,
Блин, обломка не вижу. Сейчас дождемся рассвета, пока я рыбу поищу здесь какую-нибудь. Может быть, это не то огромное грибное дерево, конечно. А это что? Где? Медная руда. Ага. Так, рыба нужна. О, что зелененькое такое? Ну это я уже вроде находил такое, да? Да, грибница. Обезвоживание у меня. Алло, где рыба вся? О, есть один. Есть один, товарищ. Эть. Образец гриба. Ого. Ну пусть будет. Так, рыбка есть еще? Вон там видел. Вот тут вижу. Так, хорошо, сейчас развернем тогда, чтобы освещать вот это вот место. Вон рыбка. А если его просто взять, он сколько дает? Минус 6. Я понял. Тогда мы тебя зажарим. И съедим. Важные показатели стабилизированы. Так, где еще? Ой, это что такое? Ничего, да? Так, это мне вот не надо. Сейчас мне этого вот не надо. Так, а чё, где вся рыбка-то? Эй! Офигенно вообще. Пошел, называется, на вылазку. Да. Почему я взять могу, а зажарить? О, могу. Чё он там дает? Плюс 5 воды, отлично. Литий. Важные показатели стабилизированы. Соль. Так, где-то еще один был. Надо ловить этих, значит. Пискунов, пискунов. У них больше, больше, больше воды. А, это эти. Стоять. Отлично. 32, вот, уже лучше. Короче, вроде светает, надо вернуться. Только не врежься. Огромное грибное дерево. Ну вот же оно, да? Или это, ну, это не грибное дерево? А, ну хотя нет. Так-то тоже похоже. И тут обломок. А, это что? Это не обломок? А, хрен там. Тут просто этот чувак еще плавает. И я боюсь с той стороны подходить. Ладно, придется. Сейчас мы обойдем с этой стороны сначала. Бам. Где на нем находится обломок? Интересный вопрос. Это тут что? Это тут ничего. Там тоже ничего. Так, надо тут аккуратнее уже быть. Обломок, обломок. Где же ты, обломок? Я не знаю, вы сейчас напишите наверняка, что я слепой или тупой. Но я вроде все уже тут облазил. Может быть, я находил тут обломок в прошлой серии, я уже не помню. А может быть, и все-таки и не находил. Ну где на этом огромном дереве грибном этот обломок? Тут вот есть еще какой-то вход в пещеры. Я боюсь, что этот чувак приплывет и мне мотылька сломает, пока меня здесь не будет. Вот мы заходим в пещеры. Но я, по-моему, заходил только через другой вход. В эти же самые пещеры. Тут ничего. Так, выход на свет мотылька, если что, хотя бы можно ориентироваться. О-о-о. Не, это другое яйцо какое-то. И тут вниз. Вот тут я не был, наверное. Я был тогда наверху, получается. Ну и все, я вылез. Ха. Вылез рядышком тут. С этим же местом. Да я не знаю, где тут тогда обломок. Наверное, я на 19-ю капсулу все-таки отправлюсь. Не будем тут время терять. Не нашел я тут обломок. Может быть, когда-нибудь потом вы мне напишите. Может, это не то огромное грибное дерево. А какое тут еще может быть? Тут самое большое возле капсулы 13, это вот оно. Но я там не вижу больше никаких грибных деревьев других. А там на этом дереве я обломка не нашел. Ладно, идем на 19-ю капсулу. Вот, по-моему, вот эта земля начинается. По-моему, да. Вот здесь, вот. Не, тут водоросли. Это огромная залежь кварца, да? Поступают сигналы от нескольких живых организмов класса Левиафан. Вы уверены, что ваша текущая задача стоит того? Нет, конечно. Блин, я обезвоживание. А-а-а! Это акула. Отвали.
скотина такая. Левиафан, ё-моё. Мне рыба нужна, а не левиафан. О, это что такое, обломок? Металлолом. А, ну тут сталкеры живут. Ну тут можно хотя бы рыбу наловить сейчас. Блин. Куда улетел? Тебя нельзя... Возможно, непривлекательный вкус местной добычи получится скрасить солью, местными травами и специями. Ага, у вас тут еще и травы, и специи. Нифига я поранился. Важные показатели стабилизированы. И у меня уже полный инвентарь практически. Там пузырь, там пузырь. Ну-ка, если его просто взять. Сколько он воды дает? Минус 4, а нифига себе. А если я тебя зажарю? Нет, не так. А так он воды вообще, наверное, не даст. А нет, дает чуть-чуть. Так, левиафаны, говорят, рядом. Нифига себе. Опа. Это не пещерка. Ладно, мне 19-я капсула нужна. Там аэрогель я хотя бы смогу научиться делать. 500 метров. Но на 500 метров я не погружусь. Хотя, может быть, и смогу. Раз уж мы рядом, чё бы нет. Попробуем рискнуть. Правда, единственный косяк в том... Проблема, что я пить хочу очень сильно. И хп у меня мало. О, там была опасная рыбка. Так, все, мы рядом. Там, может быть, вода будет у них. Только, блин, у меня полный инвентарь, мне придется выбрасывать. Лишний. Вот этот остров. Я вспомнил его. По-моему, это он. А может быть, и не он. Вот здесь я тогда подлетел. Что-то увидел, и этот чувак появился. Нет, не здесь, значит. Здесь ничего такого я не вижу. Ну и ладно. Да, ресурсов тут много, конечно. Конечно, много. Это что такое? А, это опять... Да ладно. Это нам пока не нужно. Вот, вот он. Вот следующий, значит. И Дигази где-то... Вот он появился. Телепорт был только что. Он идет на меня, да? Да слышь ты, я, блин, так только сюда подъехал, ты уже появился. О, исчез. Или он там на месте появляется, исчезает. Ничего не пойму. Вот это мне очень... Не нравится. Но я хочу попробовать. Вот здесь он появляется, в этом ущелье, значит. А тогда вот там где-то я видел какую-то штучку интересную. Вон он, по-моему. Вот там вот. А, нет, вот тут. Сволочь, хватит там телепортироваться. Задолбал. Может, на мотыльке туда сгонять? Он же быстрее, наверное, чем... Ой, на мотыльке. На глайдере. Вон он там плавает. Опа. Исчез. Не, надо, наверное, лучше по основной задаче плыть. Сейчас мы и сюда доберемся. Если доберусь, конечно. Если доберусь. Если меня не сожрут сейчас. Так, они где-то внизу, да? И тот, и другой. Ё-моё. А точно сюда надо? Так. Ё-моё! Это телепортатор-щик. Нет! Или это в скалу долбанулся? Блин. Что-то я куда-то не туда поехал. Подожди, вот мешочек. По-моему, с аэрогелем, как говорили. Давай. Да, это он. Надо его будет на базе посадить, размножить. У алмазы. О! Новый чертеж. Есть, нашел то, чего не хватало. Сейчас меня, наверное, кто-нибудь убьет, правда? Это что такое? Синтезирован новый чертеж. Это литий. Так, спокойно. Вроде не видно монстров, да, рядом? Вот мне вот это вот надо взять. Выкидывай титан, выкидывай соль. Ну-ка, рубины берем. Вон еще мешочки аэрогеля. Ну все, хоть что-то... А, это яйцо. Хоть что-то я тогда нашел. Точнее, сейчас. Ой, это что такое? А, капсула времени, да ладно. Можно я отсканирую? Что там будет? May this bring as much luck as it has me. И что это значило? Типа, желаю тебе больше удачи, чем была у меня. Так, капсула времени где-нибудь в КПК отразилась у меня, нет? Это яйцо существа. Это свинец, возьмем, ладно. Это я повыкидывал. Это я отсканировать уже не хочу. Ой. Ну ладно, давай отсканируем, чтобы оно тут не валялось. Ну, тут сейчас титан просто, да? Да, мне не возьмется он. Это литий.
Стой. А, показалось. Чё там по капсуле-то времени? Капсула времени. А чё не переведена? Пусть это принесет тебе больше удачи, чем было у меня, наверное, да? А, ладно. Ой-ой, шипомет. Куда он взялся здесь вообще? О, во, еще один мешочек. Вот это мне нужно, это я прям возьму. Инвентарь полон, серьезно? Ты опять титана набрал или чего? Медная... Откуда у меня два термоклинка? А, из капсулы времени, что ли? А зачем мне второй? Надо выкинуть, наверное. Нафиг мне второй термоклинок? А, нифига, это я оттуда нашел термоклинок. Лучше бутылка воды там лежала. Это бы мне и то полезнее было. Ладно, пока. Так, куда нам надо двигаться-то? Туда. Тут кварц по бокам. И я, походу, не туда. Куда-то полез. Ну, к 19-й капсуле. Ух ты. К 19-й капсуле мне больше не нужно. Это что такое? Достигнута предельная глубина. Опасность повреждения корпуса. Блин, надо... Сейчас у меня этот сломается. Нет. Всплывай давай. Вот так. Все нормально. Сейчас починим. Где он? Инопланетная вентиляция какая-то. Сейчас починим мотылек. Да ё-моё. Тебя нельзя сожрать? О, тебя можно. Стой, стой. Ты моя последняя надежда на выживание. Тут что-то я видел. А, нет, ничего. Угу. Так, идем сканировать. О, КПК. А, это еще одна эта штука. А что там будет? Сейчас выпадет просто, да? Тайм-капсуля. Фильтрованная вода. Да ладно. Питательный батончик. Ну, батончик-то мне не нужен. Давай выкину что-нибудь сейчас. Типа свинца. А где вода? Она взялась просто автоматически, да? Ой, как хорошо. Давай вот так. Все, больше тут ничего. Капсула, вентиляция инопланетная какая-то. Надо тут все внимательно осмотреть. Может быть, тут еще что-нибудь я могу пропустить. О, здорово. А, да ладно, давай выкинем. А, серебро выкинем. Ты мне нужен. Рыбка. Потребить. Так, мы, короче, сейчас тогда отсюда дергаем. Плывем дальше. Угу. Жилище Дегази у нас 500 метров. Я туда все равно на мотыльке не спущусь. Короче, вот к этой можно уже не возвращаться тогда. Я нашел для аэрогеля себе все необходимое. Ты смотри-ка. А у меня есть место даже. Но надо еще освободить. Давай медную выкинем тогда, что ли. Заберем рубины, потому что они не везде находятся. Так, как медь. А медь можно найти везде. О! О-о-о. Еще один мешочек. Ну и в принципе больше их тоже, наверное, собирать не буду. Как мне отсюда выбраться? Вопрос. Вопрос, как я сюда забрался, да? Ну как-то вот так вот я, видимо, залез. Блин, главное, чтобы сейчас меня не атаковали, потому что я дезориентирован просто вообще полностью. Подожди, подожди. А где у нас... Ага. Ага. Но я, получается, должен найти как-то сбоку где-то другой вход к ним. Потому что, блин, я сейчас вообще не знаю, куда плыву. Ни в... А, да, я вот с той стороны пришел. Со стороны капсулы 13. Вот. Подожди, а отсюда я сейчас только что и вылез? Нет? Нет, походу. Походу, сюда и надо было. Опа, опа, аккуратно. Или нет? Или это где я... Ой. А тут все, а тут ниже-то... Нифига тут аэрогеля сколько. А это что, рубин? Что-то там сканировать можно было. Подожди, а что можно было сканировать? Рыбка какая-нибудь проплывала. Блин, рубинов-то сколько. У меня уже инвентарь полный. Эх, тут не спуститься к этим, к дегазишкам. Угу, угу. Это стеблеглаз с шипометом, как обычно. Как обычно. Это энергоячейки опять. Кварц. Так, так.
А, ну возможно здесь. Блин, я уже на пределе глубины почти. А, это вентиляция. Все-таки я сюда же опять спустился, да. Надо искать где-то по соседству еще один спуск. Вау. Спуск в эти пещеры. Ух ты, металлолом тут. А вот это интересненько. Блин, почему тут так темно? Из-за глубины или потому что опять ночь наступила? Так. Фига. О. Так, хорошо. Что-то можно отсканировать было. Только что. Я видел, что что-то можно. В смысле? Вот как так-то? Только зашел сюда, и тут было... Что-то. Типа рыбка какая-то проплывала неотсканированная. Да не может быть. Вот здесь вот что-то. Нет. Здесь вот что-то. Нет. Стул я знаю. А, во. МФ-станция, да? А это что такое? No signal. No signal. Ну, модификационную станцию-то я умею. Так, лазерный резак. А я его взял с собой? Да, взял. Попробуем. Так. О! Это что? Опять модификационная станция. Ящик. Дайте воды, а. А, батончик опять. Инвентарь полный. Блин. Литий выбрасываем. Батончики собираем. Так, это станция. По-п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 о. Зарядное устройство и энергочек. Я его умею. Ух ты. Укрепленный костюм ныряльщика. Фрагмент светодиодного фонаря. Ой. Надо, надо. Это обязательно надо. А-а-а. Ничего себе. Теперь я буду джедаем. Синтезирован новый чертеж. Это модификационная станция. Это нам не интересно. Это тоже она же. Опять такой же шкафчик с таким же портретом. Непонятно, почему везде. Так, воздух есть? Есть. Эти двери уже не выпиливаются, да? Угу. Ну и все получается. Нашел какие-то светодиодные фонари. Так, это мне не надо. Все, на выход. Так, что еще тут мы можем найти такого? Там что-то зеленое. Вот туда нам надо вниз, наверное. Ой, это что? Стульчик. Стульчик. Это у нас известно все уже. Давным-давно. Так, подожди. Здесь еще полазить, может, на первом ярусе можно залезть. Это я тут и залазил, да. А вот с этой стороны я обходил? Обходил. А вот это? А вот это смотрел. Так, так. Опа. Это рыба какая-то, блин. А какая? Чё я тут сканировать могу? Подожди, вот, вот. А, стыковочная шахта. Блин, нифига себе. 30 секунд. Оу, где мой мотылек? Мотылек. Мотылек. В так, регионе наблюдается необычное биомное единообразие. Причина неизвестна. Да, нифига себе. Что там на мотыльке фонарик такой слабый? Обычный фонарик сильнее, чем на мотыльке. Тут у нас, по-моему, от краба запчасти валяются. И еще стыковочная шахта, да? Или нет? Так, вот это что? Теплоэлектростанция. Нифига себе. Это, наверное, уже когда на глубине базу строишь. От каких-нибудь подземных источников нужно будет. Это что за... Что за брокколи? Ничего не дает? Ага, ага. Это краб опять. Ну, видимо, нам предстоит здесь потом еще одну базу, что ли, сделать. Где-то поглубже, да? Так, где капсула-то, которая мне нужна вообще? Точнее... Дегази, дегази, так вот. Вот сюда надо попробовать. Оу, там обломки, еще фрагменты. Так, 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 хорошо. Тут какие-то червячки, нет, не червячки. Тут вообще все прекрасно. Оп. Так, смотрим, что тут есть. Нифига. Теплоэлектростанция. Есть.
Это яйцо. Яйца я типа пока собирать не буду. Тут куча опять ресурсов, алмазов, бриллиантов. Да, это как это я... Да блин, ты что издеваешься? Дайте воды еще. Капсула времени. Мельничная капсула. Опа. И сюда. Да блин. Давай мешочки выкинем. Рыбка нужна. Будем размножать мешочки обычным способом. Ам-ам. Не берется? Иди сюда. Стабилизированы. Иди сюда. Есть. Поймал. Так, ладно. Это что такое? А, понятно. Вот туда надо. Вот туда. Блин, фонарик уже скоро кончится. Ну ладно, батарейку переставим. Батарейку переставим. Да блин, это опять не то место, по-моему. Это вентиляция долбаная. Да как к ним спуститься-то? Ага. Пойдем с той стороны пробовать. Ой-ой-ой, только не врежься. Ой-ой-ой. Не нарваться бы на этих еще засранцев. Я не помню, с какой они стороны. А, не с той стороны. Ну ладно тогда. Здесь я тоже нырял. Тут ничего не получилось. Блин. Странно. Засранцы телепортирующиеся. Где-то здесь, наверное, да? Меня поджидают. В глубине. В глубине. Это что такое? Сейчас мне дадут люлей по-любому. Специально это замануха такая, ловушка. Тайм, тайм. Тормозим. Что это? Ничего. Зря. А, подожди, жилище-то внизу. Вон. Туда. Так, тихо, спокойно. Медленно, аккуратно. Без резких движений. О, это что, капсула какая-то? Нет? Это что такое? Ой. Теплоэлектростанции фрагмент. А я же ее умею, да, уже делать? Ну, мы заберем. Ну, в смысле, да. Так, сделаем и выбросим. Залазь. Залазь. Блин, воды мало, надо торопиться. Это что такое было? Скочная шахта. Да блин, это мы все знаем. Тут металлолом, да? Или это и была скочная шахта? Хрен его знает. Достигнута предельная ой, глубина. Ой, опасность ой. Повреждения корпуса. Да-да-да, сорямба. Подожди, а где... А как нам туда спускаться? Попробуйте найти все-таки какой-нибудь спуск. О, это капсула времени, да? А, нет. Это телепортаторщик. Пошел нахер. Не трожь мотылек, понял? Козел, а. Он возле мотылька шарахается. Там какая-то штука лежала. Опа, телепортнулся. А куда он телепортнулся? Или он в невидимость уходит? Да ё-моё, еще обезвоживание. Достигнута предельная глубина. Опасность да. Повреждения корпуса. Вот уже докуда спустился. И, короче, мотылек начал ломаться. Где моя база? Я, наверное, поплыву на базу. Это что такое, кстати? О, мембранное дерево. Надо его, наверное, прихватить как-то с собой. Угу. Инвентарь полон. Ай-яй-яй. А если так? Есть. Все, встретимся на кап... Даже не на капсуле. Встретимся на базе. А я просто по пути заеду до капсулы. Попью там воды. У меня там припасена бутылочка воды. Поэтому мне надо сейчас до туда добраться и не нарваться здесь на врагов. Так. Добрался я до капсулы. Еле-еле живой. Пить хочу. Значит, сейчас пьем воду. Вот эти батончики мы здесь положим. Пусть лежат. Важные показатели стабилизированы. И аптечку сюда сложим. Тоже пускай лежит на будущее. А я поплыл на базу. Ну вот мы и на базе, наконец. Капсула 12. Хм. А я был на ней? Добро пожаловать на борт, капитан.
Так, сейчас сразу починим мотылька. Угу. Угу. Так, пойдем, значит, посадим этот мешочек гелеобразный. Я так понимаю, он на уличных грядках сажается, да? Вот для него отдельную грядку даже отведем. Пока он у нас один. Вот, пусть растет. Грибы всякие мы будем вот здесь выращивать. А, он не хочет. Так, а что еще у меня есть? А, вот, мембранное дерево. Дерево, наверное, вот здесь где-нибудь посажу. Так. В смысле, я его уже могу взять? А, стоп. А как их... В смысле, а как их размножать? Ударить по нему ножом? Фига тут так ярко. Проверим. А, серьезно? Из одного три. Вот это да. Теперь три посадил. А они будут долго расти теперь, да? Из семян-то. Ну, пускай растут пока. Или они быстро растут. Ну-ка. Растет, а проценты... 2%. Офигеть. Ну да, долго. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы... Ого, я залетел на базу как. Мне нужно пушку скинуть, взять строитель в руки. Строитель, строитель, строитель. Там какой-то прожектор можно строить было. Оу, зарядное устройство и энергоячеек. Сейчас, может быть, даже получится сделать. Теплоэлектростанция. А я что-то там какую-то... Блин, фрагмент прожектора же нашел. Где это? В чертежах, наверное, должно быть. Устройство. Вот здесь, наверное, где-то, да? Вот, светодиодный фонарь. Батарея... А, то есть это не обычный фонарик, а светодиодный. А, или его типа поставить куда-то можно. Стекло, батарея, титан. Ладно, проверим потом. Сейчас нам надо немножко инвентарь подосвободить. Разгрузить. Кстати, тут я еще что-то выкладывал, да? А, вот рубины. Алмазы. И кварц. А что это тут кварц делать? Наверное, потому что тут все забито кварцем, да? Так надо соль, вот это все барахло отсюда забрать. Свинец закинуть, литий. Ну и кварц заберем тогда, ладно. Пусть он будет редчайший. А, да ладно, пойдем кофе попьем. Место есть? Ага, есть. Так, что у нас по еде? Ну, есть мы не хотим пока. Но еды у нас тут много всякой вкусной. Сейчас попьем воды. Кстати, вода в шкафу есть. Где-то. Тут и еда. Ой, они портятся. Это я взял, чтобы проверить, по-моему. Кофе готов. Важные показатели стабилизированы. Угу. Угу. Блин, как бы сделать-то? Давай одну выпьем. Просто еще одну дыню хочу взять, а у меня места не хватает. Пойду его выкину в реактор тогда. Раз она портится. А он еще и как раз не активен. Запускайся. И как тебя забери? Один из 500. А, все, пошло. Ну, дыня быстро и быстро закончилась. Я понял. Сейчас мы еще одну отсюда заберем. Вот. Пойдем ее тоже выкинем. Так, ну и пойдем теперь думать, куда все складывать. Растения, да, всякие. Ну, у меня тут яйца существ всякие, они не растения никак уж. Образец гриба, я не знаю, что с ним делать. Ну, пускай лежит, еще яйцо. Зуб сталкера сюда же скинем. Так, кварц, наверное, будем сюда пока бросать. Соль, стекло, там все вот это. Золото, серебро мы у нас вот здесь оно хранится. Так, серебро. Там надо расширенный комплект проводов для зарядной штуки батарей. Два рубина, два титана, расширенный комплект. Эй, вы что тут плаваете, офигели? А как там у нас... О, аэрогель, значит. Гелеобразный мешочек и рубин. Угу. И я могу что-то для себя делать. Укрепленный костюм. То есть у меня противорадиационный, а тут укрепленный. Синтетические волокна. Алмаз, титан. Костюм ныряльщика из прочных синтетических волокон, обеспечивающий защиту от физических повреждений, повышающий шанс на выживание при экстремальных температурах. Надо его делать уже. Радиация меня сейчас особо не пугает. И вот, светодиодный фонарик. Блин, сколько всего делать-то надо. Как там расширенный комплект проводов, вы мне лучше сказали бы.
Ага, комплект проводов, золото, микросхема. Комплект проводов, 2 серебра, 2 золота, 3 золота, медный провод. Ё-моё, сколько всего надо. Короче, 1, 2, 3. Серебро. 1, 2, 3. Медь. 1, 2, 3. Батарейку тоже прихвати. Так, что делаем? Комплект проводов. Потом микросхему. Микросхема, нужен медный провод. Так, теперь нужно образец пластинчатого коралла, 2 штуки. Есть у меня он? О, как раз 2 штуки. Супер. Надо будет заготовить еще кораллов. Так, микросхема. И вот это. Так, отсюда выходим. Теперь смотрим. 2 рубина, 2 титана. Ну все. Эй! Так, ну титан в мотыльке, по-моему, лежит. А рубины у нас вот здесь. Раз, два. Фига себе. 2 рубина. И нужен титан вот отсюда. Тут, кстати, дофига всего. Надо все забрать. Давай. Вот сюда ее куда-нибудь можно. Вот. Только я не знаю, буду ли я ей пользоваться. Просто энергоячейку снимаешь с мотылька, например, ставишь на зарядку. Это если типа приехал и не надо, ну не хочешь ждать, пока мотылек зарядится. Вот сколько он? А, он уже полностью зарядился. Тогда я не знаю, зачем эта фигня. А, это, наверное, для циклопа потом понадобится. Так, ладно. Пойдем делать этот фонарик там какой-то светодиодный. А, нет, там надо костюм попробовать. Блин, синтетические волокна. Это же не просто волокно, это какие-то волокна прям. Синтетические волокна. Я только сетчатое волокно и силиконовая резина. Блин, а эти синтетические волокна я не умею делать. Где они тут? Ха-ха-ха. Получается, я не умею такое делать. Ладно. Пофиг пока на них. Значит, я фонарик... А фонарик смогу? Так, батарея, титан, стекло. О! А стекло у нас вот здесь, да? Иди сюда. Все есть? Давай сделаем этот фонарик. Да иди сюда, давай же. Вот так. А, это да, это, короче, стационарный фонарь, который ты ставишь как столбик. Например. Эй, иди сюда. Как его? На улице ставить надо? Или его в руках таскать? Что-то я не понял. Назначь быстрый слот, выбросить. Если я его выброшу, он будет просто светиться, да? Ну да. Не, это... Да блин, что ты в глаз там мне светишь? Дурак совсем. А так его не поставить никуда, да? Его просто тупо выбрасывать, получается, надо будет. Развертываемый осветительный прибор. Странный прибор. Очень странный. Ну, допустим, вот я плаваю где-то в пещере. А, вот. На такую поверхность ставится, да? Вот, поставил его, он тебя освещает. Ну, прикольно, надо в мотылек положить. Потом туда пойдем в следующий раз, и я его там воткну. Так, убери его. В глаз, блин, прям светит. Давай его засунем в мотылек. И у нас еще куча ресурсов, пойдем их разложим. Ну, и продолжим мы в следующей серии. Пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Что мне нужно еще сделать, какие советы вы мне дадите. Как справляться с этими телепортирующимися ребятками. Так, это сюда. Вот. Это сюда. А, и соль тоже, по-моему, здесь лежит. Да. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Discord ВК. Всем удачи и пока.